Who is that come to him? He always teach to you can to serve to learn. That me you can learn to serve. Когда так высоко объясняет положение Шигуру о том, что он не отличен от Господа, относится ли ко всем гуру такое описание, такая слава? Нет, это не относится ко всем гуру. Это относится только к тем гуру, которые целиком и полностью преданы Господу. Шивиграхара Дхана Витена. Тот, который все свое время делает, служит Господу. Вся его активность направлена лишь на удовлетворение Господа. И тот, который сам служит Господу и занимает всех остальных точно так же именно на служение Господа, на удовлетворение Господа. Такой гуру является настоящим гуру. So, telling... а не так, что некоторые гуру они объявляют себя предметом поклонения. Например, в Индии очень часто, просто Махарадж знает, что сейчас русский ходит туда-сюда, поэтому он говорит, подготавливает. Сейчас очень множество гуру, которые сами себя объявляют господами, которые сами объявляют, что принимают к себе поклонение и не учат поклоняться Господу. Потому что в Писаниях иногда можно встретить, что гуру Брама, он является и сам Брама, и он и Шива, и он и Вишну. И они принимают себе поклонение как Браме, Шиме, Вишну. Но нужно правильно понимать эти изречения. Когда говорится, что гуру Брама, он как Брама порождает в нашем сердце бхакти. Он как Шива обрубает анархи в нашем сердце. И он как Вишну поддерживает бхакти, поддерживает нашу жизнь. Yeah. So Jiva Goswami telling this is the two kind of guru. Yeah, two kind of guru. So one is the Sarag, one is the Nirag. Sarag meaning Shankar, he told to Parvati, well Parvati, this material have so many Gurudev, what they are doing, well always he try to take from money from the disciple. Yeah. Guru Bhava Santi Sisa Vitavaharana. Durlava Sadhguru Devi. Sishya Santa Pakaranta. What is the meaning of telling? Loudly tell. Loudly. Когда Парвати спрашивает своего супруга Господа Шиву, пожалуйста, расскажи мне, ведь на свете так много гуру, кто же из них является настоящим? И тогда Шиваджи, закрыв глаза, погрузившись в медитацию, начал говорить, о Парвати, Гурава Бахвак Шанти Шишья Витабахараха. На свете так много лжегуру, которые на самом деле просто воруют деньги и все богатства своих учеников, не давая им ничего взамен. Дурлаба Садгуру Деви Шишья Сандабахараха. Но на самом деле истинный гуру, он настолько редок, но однако же возможность обретения общения с ним настолько ценна. То, что он делает, он ворует все страдания своего ученика и дает ему наивысшее благо. Yeah, so Sri Jiva Goswami telling there are two kind of guru, you know. Somebody want to make disciple, well, you know, our India, there are some sadhu, you know, when somebody they are giving class, you know, very big, they are coming, so many people coming, you know, so many people. And front of everybody, he gave to mantra, you know. He remind some mantra, Durga mantra, Shiva mantra, Kali mantra, all mantra he remembering and front of everybody tell this all mantra. Well, who is the love to Shiva, can take Shiva mantra, who is the one love to Durga, they get Durga mantra, who is the Ganesha, you know? This is like the one business, you know. But Gurudev is not like this. Gurudev is not like this. He want, how, you know, this disciple life becomes some successful, yes, successful. Yes. So in the time of Prabhupada, somebody came to Prabhupada, well, oh Prabhupada, if consider only two things, then whole world people become disciple of yours. Well, what? Well, one is the chai, one is the cigarette. Only two things you have to consider, you know, then everybody became your disciple. Then Prabhupada telling, I don't want more star, I am want only one moon, you know. Only one moon, whole what do we give to rage? What tell you? Darkness is finishing, but there are so much stars, they cannot finish the darkness. So Prabhupada,
So where four place is the Kali. Kali does take the four place. Necessary, you can follow to this four principle and doing bhajan. Есть два вида гуру, сарак и нирак. Сарак — это тот, который забирает учеников его деньги, использует его по своему, по своим желаниям, как вот это, как хорошо объяснил этот стих Вимал Прасад Прабху. И есть гуру нирак, те, которые очищают соученика, те, которые освобождают его от страданий. В Индии очень много гуру, которые в угоду своим ученикам могут раздавать мантры. «О, тебе нравится Дурга? Иди сюда, я тебе дам Дурга мантру». «Тебе Шива нравится? Иди сюда, я тебе Шива мантру дам». Лишь бы только угодить внешне человеку и потом позже этого человека использовать. Гуру — это не тот, который устраивает бизнес, не тот, который устраивает бизнес на этом. Гуру — это тот, который дает чистое знание. Конец пропустил. Ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады подошли однажды к нему и сказали: «Прабхупад, если две вещи ты рассмотришь и примешь, весь мир будет у твоих стоп твоими учениками». Он говорит: «Если бы ты разрешил своим ученикам пить чай и курить сигареты, все, тогда бы все ученики были бы твоими учениками. Они на все остальное, как люди, готовы принять». И тогда Шрила Прабхупада ответил: «Нет, мне не нужно это, мне не нужны звезды, бесчисленные звезды, от них нету толка, они не могут осветить ночь. Мне нужна полная луна, которая на одна способна осветить небо». Yeah. So Госвами Туласидас told the Балабино Гуру Бхава Нидхитара Инакой. Jo birinchi sankara samahoi bino guru bhava nidhi tarai na koi. Jo birinchi sankara samahoi. So Goswami Tulasidas told bino guru bhava nidhi tarai. If somebody want cross this material world, without Guru, he cannot cross, you know, this is material existence. So give example, Jo Birinchi Sankara Samahoi. If somebody like this Brahma and like this Sankara, like this powerful person, without take shelter of Sadguru, he cannot cross this material, you know, birth and existence. Туласидас говорит, что невозможно высвободиться из этого материального мира, пересечь этот океан материальной жизни без Гуру. Без гуру, такого же сильного, как Брама и Шива, который является для олицетворения силы всей, мощи всех полубогов. Yeah. So, this Goswami Tulasidas, he told when Hanuman, he went to Lanka searching Sita, but he cannot serve, then he passed, he met with Bibhishan. And when he met Bibhishan, when Bibhishan, he understand who is Hanuman, he is Ram's, he is a great devotee of Ram, you know, the topmost devotee of Ram. Then Bibhishan telling, Aaj moe bhara sahohi hanumanta binu hari kripa bina mila inasanta. You know, there Bibhishan is telling very nice word he used. Oh, jo raghuviri moe anugrahakini. He telling, maybe Ram he doing, you know, maybe Ram he doing mercy to me, you know, mercy to some special mercy to me. Well, why? Well, you know, this is the Lanka, you know, Lanka. Everyone is saying demonic person. I can think, you know, here I can meet to such a big devotee. I think this is the some mercy of Sri Ram, you know, some mercy of Ram. I think, you know, very quickly I am attend now, Lord. Like very quickly. That meaning, when you meet yourself such a very pure devotee, what you understand, this is the mercy of Lord. Very quickly, Krishna, without
mercy of Lord, somebody cannot attend when meet this Vaishnavas, Shuddha Vaishnava, this meaning very quickly can attend to Lord. Когда Туласи Дас тоже поет тот момент, когда Вибишан получает даршан Ханумана. Красиво сейчас пел Махарадж. Там Вибишан поет о том, что сейчас, если я вижу перед собой Ханумана, значит Рама пролил на меня, безусловно, самую свою высшую милость. Если он послал уже ко мне своего слугу, значит он скоро сам пристанет передо мной. Yeah. So, Сотина Хари, Бала Хари, Кришна Хари, Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, 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 Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Брось. Хари. Telling why Gurudev so important. Gurudev he gave this Chintamani. You know, this is not the holy name. This is the Chintamani who he gave to every fulfill our all desire. Почему Гурудев так ценен для нас? Потому что он нам подарил это Чинтамани, подарил нам это святое имя. Yeah. So Hare Krishna, so helpful. Hare Krishna can tell to all devotees who try. Follow this all limbs of bhakti. Without following any limbs of bhakti, cannot attend to Lord. И Махарадж просит, пожалуйста, выполняйте все виды бхакти. Без этого невозможно. Без выполнения бхакти, после того, когда мы получили святое имя, невозможно обрести Господа. Это не автоматически приходит, Гуру Махарадж объясняет. And they are must, you know. When they wake up morning time, after wake up they take shower, after shower must put tilak. About tilak, don't delay about this tilak. Начинается все с того, что рано утром нужно просыпаться, делать мангаларати, ставить тилаку, повторять святое имя. Yes, because the 12 place, not only one place. 12 places you must put tilak. Тилаку ставить на все 12 частей. And before you heard Bhaktivinoda Thakur telling, Sodha Bhakata Charana Renu Bhajana Ayano Akola Bhakata Seva Paramasidhi Premlati Karamola Sodha Bhakata Charana Renu Bhajana Ayano Akola. So this is the Shuddha Bhakata meaning, this is the pure depth, this Tilak is the Shuddha topmost devotee, this is Braj Gopis, this is the full dust, full. When you put this Tilak, very quickly you attend this Bhakti. Only 12 places you can put this Tilak meaning half bhajan already done, half bhajan. Why? This is the full dust of Braj Gopis. Shuddha Bhaktivinoda Thakur в своей песне поет о том, что эти три вещи, они являются самыми высшими, они дарят бхакти. Он напишет пыль со стоп вайшнава, вода, которую хвали стопа вайшнава, и остатки их пищи. Тилака является пылью со стоп гопи. Махарадж говорит, если вы проставите тилаки на 12 частей своего тела, половина вашего баджана за день сделана. Yeah. And when and when, you know, when somebody, you know, look your tilak, this is telling large temple, you know, the large temple. When somebody when you look your tilak, meaning he take darshan of Lord. He take darshan of Lord, when somebody put tilak, take darshan of Lord and take tilak, take darshan, telling the same thing. А теперь по поводу помощи другим людям. Когда мы ставим тилаку не совсем жиденько под цвет кожи, а поярче немножко, то люди могут увидеть, получить даршан Господа, потому что эта тилака обозначает храм Вишну. И люди, когда видят тилаку на вашем лбу, они получают результат как от даршана Господа. Lord Ram, Krishna, Narayan, then everybody put tilak. Narayan, you know, tilak is the complete half, you know, half face you can see,
complete half face is the put tilak. Half face, you can half eye and hear big tilak. Himself Narayana, he put this tilak. Narayana, он вообще показывает пример. У него весь на всем лбу стоит большая тилака, чтобы не забывали поставить. And you can say Ram, you know Ram tilak, big Ram tilak here, like here is some red color. Hanuman put this big tilak, and our Krishna's tilak small tilak. То есть, если бы вы были бы в Шри Сампрадае, вы бы тоже себе такой тилок пришлось рисовать. У Ханумана такой большой тилок, у Рамы такой большой тилок. У Кришны маленький, скромный, красивый тилок. Ставить нужно. So, this tilak, you know, once Narada, he went to Helen's planet. He met with Jam Maharaj. And discussing so many Harigatha. Then Narada telling, oh, what is the work? Hello, I work is very bad work. Hello, I want to serve. Hello, no, no need. Hello, no, I want to serve. You know, this 84 is the Helen's planet is there. Hello, if you order, I can go to text darshan. Hello, okay, you can go. When you go, there 84 is the Narada. You know, Narada. They are, who is the, you know, cut this meat. You know, they are, what telling? Also, they are cutting to them. And who is the drink alcohol, take the fire, you know, drink like this, take the, iron melted, put this in a mouth, and who is the looking this movie, bad movie, this eyes is take out, you know, very they can be punished to this everybody, and they are shouting, you know, save us, you know, they are one kunda, and they are looking like then Narada he go when he looking like this, and where they only take darshan of, you know, this tilak and Narada, the Vaishnavas, they are everybody going liberated, they are liberated. Then Jamdut telling what happened, this sadhu when coming and when looking this all Narada is empty, then go to complain to, you know, Jam Maharaj, whom you said only one time when looking all Narada become empty, you know, you can stop to him without your work completely stop. Then Jam Maharaj coming, hello Narada, not go more, you can return here. So when put darshan tilak, you know, only somebody take darshan, he have also become liberated. Однажды Нарада пришел навестить Ямараджа. Стал расспрашивать, ты какой работой занимаешься? И Ямарадж говорит, да, говорит, у меня очень-очень черная работа, лучше про нее не знать. Мне все-таки интересно, допытывался Нарада. Я хочу узнать, я наказываю, я хочу даже посмотреть, попросил Нарада. И тогда он уговорил, говорит, ну ладно, иди, и Нарада пошел посмотреть, как работает Ямарадж. Когда он заглянул на руку, это 24 там, как это сказать, яруса бытия, на которых наказывают всех грешников, Махарадж начинает перечислять, те, кто мясо едят, их там самих начинают есть и пилить, те, кто алкоголь пьет, им вливают туда расплавленный металл. Те, кто смотрят плохие фильмы, плохие картинки, глаза им вытаскивают. И когда Нарада, она заглянула там в одну кунду, то есть в одну такую озеро, где прямо там мучили очень сильно этих грешников, он просто заглянул туда, но от одного его вида с тилоком они все поисчезали из этой кунды. И эти всполошившиеся Ямадуты стали жаловаться, да кто тут такой появился, всю работу нам остановил. И стали жаловаться Ямараджу, не пускайте его больше, иначе у нас тут работы вообще не останется. Это все благодаря тому только даршану тилаку на лице у Вайшнава. So everybody don't delay about the tilak, you know. You must put tilak. And I want to say this movie here. Does God exist? Who am I? Search for happiness. I say this thing. I want after all class finishing, I want all class get to you. And you are also trying to preaching. You know, when I come here, I saw devotee's spiritual life go down. You know, I can didn't saw there some enthusiasm. Always devotee's life is like this one fresh flower. You know, their life is a complete blissful life. But when I came, I saw this devotee is the this mood is the down, this spiritual life, not any blossoming, you know, a down life, not tilak, chanting, not properly they are
So they are not doing preaching, not they are following the limbs of bhakti there. Махарадж говорит, что я хочу, чтобы вы следовали, следовали бхакти. Я хочу, чтобы вы, чтобы сейчас вот закончились эти лекции, и чтобы я вам дал материал, чтобы вы начали, начали использовать эти лекции. А иначе Махарадж видит о том, что бхакти-то вниз идет. И он видит, что люди-то ничем не занимаются. И он видит о том, что не проповедуют ученики, а он хочет, чтобы проповедовали ученики от этого баджи, чтобы они развивались, чтобы было развитие от этого бхакти, а не на месте стоять. Поэтому он просит, пожалуйста, выполняйте все виды бхакти и проповедуйте. Будьте сильными. So Mahaprabhu, he told Rupa Goswami, like this one creeper, bhakti, not this one creeper. Without giving it water, not possible. This is the creeper praise, you know. Praise. Only when you give the water, then is the praise. What is the water? Water is the, you are following limbs of bhakti, chanting, fix round, every day wake up many times, and take shower, put tilak, doing mangalarati, and doing some kirtan, yeah. Then, and read some scripture, like this. You also give some time to, you know, give some time to this bhakti. Then your bhakti become praise. How is the praise? Махарадж говорит о том, что если арте, а если не поливать семечко водой, оно не будет прорастать, оно не будет впоследствии благоухать. Нужно обязательно выполнять эти виды бхакти. Нужно обязательно дома делать мангаларати, просыпаться, выполнять все остальные виды бхакти, проповедовать. Повторять постоянное количество кругов каждый день. Every day read some scripture, каждый день читать книги. This material all collect for money. How many hours do you use? Every day 8 hours, 9, 10 hours. Then we are maintaining this body. And the spiritual life you maintaining, necessary give some time also. Мы для того, чтобы зарабатывать деньги, отдаем много своего времени и сил. Для бхакти тоже нужно отдавать времени и силы, чтобы увидеть результат. Хорошо. So I think before I leaving, before I try doing one meeting of devotees. Haribol, I doing one meeting of devotees. And I try to discussing about this thing, how your spiritual life go very nicely. Махарадж хочет до отъезда сделать особую встречу, в которой поговорить о том, что конкретно нужно делать, чтобы улучшить нашу духовную жизнь. Хорошо? Хорошо. Нитай, Харибол, tomorrow you can celebrate evening time in Krishna's birth. What is it? Krishna's birth. So, you are everybody, all ladies, they put very nice sari. You know, if you are yellow color, it's nice. If not yellow color, if you have any good lehenga, chunari, you know, any nice sari, you can decorate the family. Махарадж говорит, завтра будем праздновать день рождения Кришны. И пусть все оденут свои красивые одежды. Например, гопи все, пусть они придут в своих красивых сари. Лучше, конечно, если это сари будет желтым. Но если нету желтого, можно и других цветов. Сейчас Махарадж скажет, что все гопы должны прийти в дхоти. And all our brothers, you know, they put the dhoti and the kurta. Dhoti and kurta they put. Махарадж говорит, а мои братья, он всех мужчин называет здесь своими братьями. А мои братья пусть оденут дхоти. And the kurta. И курта тоже. Okay. And like this gop and gopi. Чтобы and были гопы и гопи тут. Вриндава, чтобы получился. Хорошо? Блеси Кришна Канья Лал Кина. Блеси Нанда Ке Лала Кина. Блеси Мати Радха Рани Кина. And day after tomorrow, you celebrate Radha Rani birthday, and also Govardhana Puja, and also drama. You are doing some drama. Okay, your day after tomorrow celebrate. Послезавтра будем праздновать Говардхана Пуджа, день рождения Шримати Радхики,
У нас будет спектакль, и на Гавардхана Пуджу будет большой пир, потому что все преданные принесут что-нибудь вкусненькое. Hare Krishna. How does the Krishna stand up doing Arati?